безопасность детей во время каникул волнует всех родителей в летнее время. Чтобы обсудить этот вопрос, в Химках прошел круглый стол «Безопасное детство». Дети в этот период оказались между школой и родителями. То есть это очень важный момент. То есть каждый родитель должен знать, чем занимается их ребенок, с кем он встречается, как проводит время, какой у него круг общения и чем они занимаются. С родителями обсудили безопасность детей в летних лагерях и в городе. Им напомнили, что в парках городского округа могут быть змеи, в том числе и гадюки. Поэтому нужно проявлять осторожность. На жаре обязательно надевать головной убор и пить больше воды, а в случае плохого самочувствия обращаться в больницу. Нахождение детей на проезжей части, использование велосипедов, скутеров, детский травматизм оставляет свой отпечаток. Также начинается купальный сезон. Будьте внимательны, еще раз проговорите с детьми о правилах поведения на воде, на улице и на проезжей части. Напомнили технику оказания первой помощи, а также призвали внимательно относиться к досугу детей.